Держать фронт продолжают украинские защитники не только в самой горячей точке Бахмуте, а и по всей линии столкновения в Донецкой области. Иногда это крайне тяжело, ведь бойцам приходится не спать сутками и всегда оставаться начеку. Ведь весной противник активизировался. Так желают бодрого утра захватчикам защитники Украины в Донецкой области. Украинские военные ведут огонь из гранатометов и артиллерии в ходе продолжающихся боев на востоке страны. Я заметил это усиление боевых действий, потому что зимой активность была немного меньше, я бы сказал. А когда пришла весна, они начали двигаться более агрессивно, поэтому мы также начали двигаться, чтобы отвечать больше. В этой бригаде минометчиков сражаются добровольцы разного возраста и разных профессий. Может быть, это удивительно, но до войны я работал репетитором. До того, как меня призвали в армию, я был репетитором, и все мои ученики за меня переживают. Иногда пишут мне. В Донецкой области Украины идут самые продолжительные и кровопролитные бои с начала военной кампании Москвы. Сейчас наши силы, я думаю, равны. Если сравнить их силу и нашу силу в начале 2022 года и сейчас, то это было где-то 70 на 30 в целом. У них было преимущество. Сейчас в боевых условиях мы показали, что тоже умеем воевать, и стало на равных. Эта бригада украинских защитников ведет огонь из 152-миллиметровых гаубичных артиллерийских орудий и реактивных установок БМ-21 «Град». В нас стреляют, мы стреляем, стоим на месте. Насколько я понимаю, с нашей стороны идет накопление сил. А они группируются для обороны или даже для наступления. Мы не можем сказать с нашей точки зрения. Лишь для одной группы людей ничего не меняется с начала войны. Медики специфические люди. Они готовы всегда, учатся всегда и готовы всегда. Контрнаступление, не контрнаступление, война продолжается, у нас ничего не меняется. Те же ранения, готовы руки, ноги, переломы. Держаться и отражать атаки россиян, утверждают украинские солдаты, будут до тех пор, пока не приедет новое вооружение в большом количестве, чтобы можно было начать контрнаступление.